Кашинским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета проводится доследственная проверка по несчастному случаю с ребенком. В обстоятельствах случившегося разбираются и сотрудники прокуратуры. 15 августа 2023 года около 17 часов в селе Уница Кашинского городского округа во время пребывания на придомовой территории вследствие снижения контроля со стороны родителей упала в пруд двухлетняя девочка. Ребенок извлечен из пруда ее отцом в бессознательном состоянии. Девочка оперативно доставлена в реанимационное отделение медицинского учреждения. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Кашинского межрайонного прокурора Александр Фомин для координации работы правоохранительных органов. Установление обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту контролируется межрайонной прокуратурой. Сейчас ребенок находится в больнице. В ходе процессуальной проверки следователям следственного отдела Следственного комитета будут устанавливаться все причины произошедшего. О проверке детского лагеря в Кимрском районе области, где находилось 39 детей от 6 до 15 лет, мы рассказывали в патрульной службе в начале июля. Лагерь организован на частной территории Центром народного образования у деревни Соболева. Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области установила, что санитарно-эпидемиологическое заключение в управлении Роспотребнадзора по Тверской области организаторами лагеря не получено. Сведения о включении лагеря в реестр организации отдыха и оздоровления детей в Министерство образования Тверской области не направлялись. Таким образом, безопасность жизни и здоровья детей в период их нахождения в лагере с круглосуточным пребыванием обеспечена не была. По выявленному факту прокуратурой принят комплекс мер реагирования. В результате юридическое лицо привлечено к административной ответственности и наказано штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, решением суда деятельность по организации детского лагеря и отдыха несовершеннолетних признана незаконной. Юридическому лицу и директору запрещено вести данную деятельность до получения официальных разрешений в контролирующих органах. Также прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании директора организации. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.